здесь, ё-моё! О, Максим! Какими судьбами? Да вот проведать тебя, дядь Жень. Справиться как ты? С Дроботенко поиграть? Не надо. Опять его растормошишь, потом полночь по клетке носиться будет. А где Лена? На гастролях. Можно у тебя переночевать. Зачем? Надо. Извини, в дверь звонят. Пойду открою. Стой, не открывай. Это еще почему? А вдруг милиционеры пришли? С чего бы им прийти? Или ты, подлец, рассказал им, что мы с Леной на балконе выращиваем? Да нет. Я слышал, они тебя на день милиции хотят пригласить выступать за бесплатно. Я понял. Это мне массаж сейчас будет сексапильная девушка делать. На Памелу Андерсон похожая. А ты с ней договорился? Нет. Я об этом молился. Тогда точно не она. Если ты откроешь, я за себя не ручаюсь. Максим, что за ерунду ты городишь? Это наверняка мои фанатки пришли. Дядя Жень, у тебя же лифт не работает. Твои фанатки без лифта на третий этаж не поднимутся. Это верно. Хотя вдруг одна самая шустрая добралась-таки, а?